Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и сайт «Фокус от моряка». В этом видео мы с вами разберем очередной простой фокус, который называется «Не будь я фокусник». Он очень хорош и подойдет для, собственно, любого репертуара. Хоть для новичков, хоть для профессионалов. Фокус достойный, поверьте. Ну что ж, переходим и смотрим. Ну что ж, друзья, давайте поглядим, как выглядит фокус, который называется «Не будь я фокусник». Для начала, конечно же, давайте потасуем колоду, чтобы уважить ее, чтобы у нас все получилось без всяких эксцессов. Уважаемый зритель, сейчас я буду пролистывать колоду вот таким вот образом. Ваша задача в любой момент меня остановить, просто сказать «стоп». Готовы? Готовы. Поехали. Стоп. К примеру, здесь вы остановили меня. Запоминаем эту карту. Убираем ее назад в колоду. Перетасовываем колоду. Теперь мы возьмем и устроим вообще полный хаос. Я разделю колоду вот таким вот способом на две стопки. Причем одну переверну лицом вверх. И все это дело я сейчас перетасую. Как следует, чтобы вообще полная абракадабра получилась у нас здесь. И, конечно же, подснимем колоду. Теперь давайте щелкнем пальцами и полюбуемся на то, что у нас получилось. Боже мой, это же кошмар, кошмар. Все, ребята, дело наше, труба, карту не найти. Но не будь я фокусник, если я не щелкну пальцами и не раздвину весь этот кошмар, и останется лишь одна карта. Та самая, которую вы запоминали, уважаемый зритель. Ну что ж, вот такой вот простенький фокус. Если он тебе понравился, то прямо сейчас комментируй и лайкай видео. Если он тебе не понравился, то тоже комментируй и лайкай видео, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть призы. Конечно же, подписывайся прямо сейчас на канал, чтобы быть в курсе последних событий. Ну что ж, мы тем временем перейдем и посмотрим обучалку для этого фокуса. Окей, друзья, давайте смотреть обучение этому фокусу. Фокус этот хороший, сразу говорю. Не требует никакой подготовки, все происходит с обычной колодой, так что можете смело его брать на вооружение. Итак, для начала потасовали колоду, к примеру, да? И готовимся пролистывать карты таким вот образом. Начинаем пролистывать. Зритель говорит «стоп» в любой момент. Никакие ключевые карты здесь не нужны, ничего запоминать не нужно. На чем остановился зритель, то ему и показываем. К примеру, дама пик, да? Возвращаем ее наверх. Готовим мизинчик для брейка. Сбросили оставшиеся карты наверх, да? Но на брейке у нас мизинец. Дальше. Я захватываю карты вот таким вот способом, да? И начинаю их вот сюда пролистывать себе на руку для раффл-шаффл, но дотасую их вот именно до этого брейка. Вот она у меня, эта дама, падает. Я ее вывожу наверх. Вот она у меня самая верхняя здесь наверху лежит. И тасую так, чтобы она у меня упала самый последний наверх. То есть вывожу ее наверх. Перетасовали. Помешали. Наша дама наверху. Ну, можно для видимости еще разочек. Наша дама наверху. Далее, что мы делаем? Мы делаем полный хаос в колоде. Каким образом? Делим колоду на две стопки. Та стопка, которая с дамой наверху, она у нас остается рубашками вверх. Другую стопку мы переворачиваем. Показываем зрителю, что вот смотри, мол, одна стопка у нас будет лицом вверх. Другая стопка будет рубашками вверх. И вот эту вот карту сейчас короля, да, мы запоминаем. Мы запоминаем этого короля. Он нам сейчас потребуется. Это будет наш ключ потом для поиска карты. То есть дама сейчас у нас вот здесь. Эту карту мы запомнили. Начинаем тасовку раффл-шаффл на столе. Тасуем до тех пор, пока у нас король один не останется в руке. А даму кладем чисто под него. Королем накрываем. Это обязательно. То есть король и потом обязательно дама. Накрыли. Убрали. Можем поделить еще раз, потасовать, но так, чтобы сохранились уже две карты наверху. То есть король с дамой, да, раз, бросили, потасовали. То есть вот король, вот дама. Далее мы обязательно подснимаем, чтобы во время расклада ленты наш король был примерно по центру, чтобы мы его особо не искали нигде.
подсняли, разложили карты ленты, говорим, смотрите, какой здесь бардак, кошмар, смотрите, все карты перевернуты. Находим короля, и под ним лежит наша дама. Говорим, что все, ребята, дева наша труба, не найти картишку. Но не будь я фокусник, если не я. И смотрите, после этого мы одну руку кладем на короля, а другую руку кладем на карту соседнюю с этой дамой. Вот она у нас лежит. Не будь я фокусник, да, если я не раздвину весь этот хаос, и мы вот так вот эти карты убираем в стороны, и остается лишь одна карта. Это дама пик, та самая дамочка, которую вы запоминали. Вот такой вот простой фокус, друзья. Ничего сложного в нем нет. Необходимо владеть лишь раффл-шаффл, но я думаю, каждый из вас уже это умеет делать. Ну что же, комментируйте, лайкайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних событий. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей. Всем пока!